В преддверии Дня защиты детей в 11-й раз в нашем городском округе прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Цветы жизни». Ежегодные соревнования по традиции собрали много желающих продемонстрировать плоды упорных тренировок. У нас 250 участников, 12 городов и Московской области, даже присутствуют гости из Воркуты, из Владимирской области. То есть люди приезжают и из московских областей, и из других областей. Но в этом году гимнастика чуть-чуть изменилась. Изменились правила, изменились, конечно, дети изменились. Все поменялось. Поэтому на этих соревнованиях уже в конце года дети приезжают и показывают свою результативность. Участников соревнований тепло приветствовали депутаты городского округа. Мы желаем девочкам только самых блистательных побед, чтобы все их тренировки приносили им только радость, удовлетворение. Желаем им удачи! Пластика и грация, синхронные движения, артистизм и техника работы с предметом – это главные критерии, по которым оцениваются выступления. Среди участниц есть и совсем юные, которые уже добились высоких результатов в этом красивом и сложном виде спорта. Второклассница Анастасия Веревкина занимается художественной гимнастикой 5 лет и имеет первый юношеский разряд. Я начала выступать с БП. Я выступала с БП. Потом я начала выступать с обручем, и у меня по баллам набрался первый юношеский разряд. Художественная гимнастика – не только престижный вид спорта, но и очень красивое зрелище. Под руководством опытных тренеров и при поддержке родителей спортсменки добиваются высоких результатов. Художественная гимнастика, я считаю, самый красивый вид спорта для девочки особенно. Он воспитывает как и красоту, так и характер. Мы умеем, это несмотря на то, что кажется легкий вид спорта, но на самом деле это очень сложно. И все девочки большие молодцы. Победителей наградили кубками и медалями. Одновременно состоялась торжественная церемония вручения документов о присвоении званий кандидатов в мастера спорта. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.